Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, сегодня воскресенье, завтра будет понедельник, новая неделя, новые приключения и так далее и тому подобное. Поэтому забираем с тобой награды. Так, зайдем в магазин. Кстати, сколько у меня откатов? Мне сегодня нужно зайти на первое место, ну то есть в топчик попасть, потому что сегодня последний шанс. Так, там маскарайка, да? Окей. Так, задание. Здесь забираем награды. Пройти серию испытаний. И остальное, в принципе, все предельно ясно. Ну что, пойдем, пройдем серию испытаний по-быренькому. Так, мы с тобой вот здесь вот, да? Вторая миссия, так сказать, у нас 5% всего завершено. Выбираем с тобой нашу старую дружескую команду, которая, как говорится, в смятении наводит ужас и шорох. То есть враги у нас трепещат при виде нас. Поехали, Усаги. Раз, два. Но не убил. Зэк выпендривается, а зря. Так, давай-ка, Лео. Молодец, с вертушки наказали. Так, Рафаэль, а ты как? Красавчик. Так, ну что, переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас... Угу. Ну-ка, давай маузеров вызовем. Чпок. И не готовы ни шиша, да? Давай, Усаги, добей этих хлопчиков и пойдем с тобой дальше. Бултых, упали. Так, ну что, друзья мои, это мы с тобой делаем сейчас ежедневные задания. Сейчас пойдем еще на сплинтера кое-что поищем, да? Ты не забывай, что я прокачал все-таки четвертую ступень. Теперь пойдем за пятой. Так, здесь добираем награды и смотрим. Так, в боях нам нужно и поднять уровень персонажа. Уровень персонажа у нас не получится, потому что мутагена мало, да? Кстати, по испытаниям, что у нас, ребята? Полностью фулл сыр. Здесь мы с тобой не смогли пройти, да, и вряд ли пройдем. Кстати, я получил еще один такой значок. Давай-ка попробуем еще вытянуть, а? Блин, вот я сижу и думаю, либо значок, либо все-таки попробовать Крэнга достать, а? Вот что ты мне подскажешь? Блин, Крэнга. Шансов мало. А сколько нам нужно с тобой еще этих орнаментов? Давай-ка глянем. По-моему, 3 штуки. Ну что за подвесоны такие, эй? Ну здравствуйте, приплыли. Что-то, да, что-то барахлит игра. Давай посмотрим на навыки. Сколько нам нужно? О, еще 2 таких надо. Еще 2. Блин, как же я долго, ребята, уже собираю на них. Вот серьезно говорю. А сколько у нас Крэнга? ДНК, давай посмотрим. Крэнг, ты где у меня? Так, смотри. 16 ДНК. То есть нам нужно еще, ё-просоте, 84 штуки. 84. Это очень долго, друзья. Это очень долго. Если бы было бы какое-нибудь испытание вот здесь вот, да, на арене. Призовой фонд Крэнг. 60 штук. Вот это было бы круто. Ну что, я не знаю, давай попробуем все-таки с тобой вытянуть здесь. Нет, не это. Вот. Эксперт снаряжения, друзья мои. Мы получили с вами, да? А остальное все попробуем спустить на Крэнга. Или лучше сюда, я даже не знаю, ребят. Подожди, у нас же вот тут вот. Вот тут вот. Блин, ну шанс, конечно, вытянуть 2 ДНК. Да, я не знаю, ребят. Шанс очень маленький. Ай-яй-яй. Так, еще есть попытка. Какой, блин, комикс, чувак. Какой комикс, блин. Ну ты серьезно, а? Ноутбук Дона. Ну это все, ребят, это провал полный. Это полный провал. Рафаэль классический. Нет, ребят, к сожалению, не получилось у меня. А я так хотел. А я надеялся и верил. Да я бы лучше бы вот здесь бы, ребята, и то шансов было бы больше вытянуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Пожадничал, да? Пожадничал, вот. И расхлебывайся теперь за это. Ладно, друзья мои, я еще и откаты потратил. Ну, трындец. Так, ну что,
Мы с тобой идем на арену. Что-то я вокруг да около все тут танцую. Мы идем с тобой на арену. И сегодня должны занять первое место. А в данный момент мы находимся на сотом. Это, кстати, очень удивительно, что я до сих пор еще на сотом месте. Меня не скинули. Так, ну что, возьмем с тобой, вот, Арсения возьмем, да? Сенька. Ну что, я возьму Армагона. Я возьму здесь, наверное, я возьму Дони. И для подстраховки я возьму Ваню. Какая, хотя тут подстраховка, я не понимаю, ребят. Нашел тоже мне подстраховку. Ай, Леха, ты как ляпнешь какую-то чушь полную, блин. Подстраховку и берет Ваньку 69-го. Это я, ребят, заговорился уже. Я понимаю, там 79 уровня подстраховка, но 60... О-о-о-о, вот и все, ребят, вот и досмеялись. А что случилось? А-а-а, у нас Хан и Майки ходят первыми. Ой, Армагон, вот это ты обделался. Вот это ты сейчас обделался у всех на виду. Да. Что Донателло, что Армагон, просто фуфлыжники в плане инициативы, ребята. Я в шоке. Вот что хочешь с этим, то и делай. Я в шоке, ребята. Обделались по полной программе. Они в моих глазах просто упали ниже плинтуса. Именно в инициативе. 78 уровень Хана и 79 уровень Майки ушатали сотовый уровень Армагона. Да. Ну что, Абдурахмон, пускай будет Абдурахмон, фиг с ним. Берем Усаги с тобой, возьмем, наверное, здесь Супер Шреддера. Интересно, как у Супер Шреддера с инициативой, друзья мои? Как ты думаешь, он будет ходить первым, или все-таки Маузеры его переплюнут? Меня вот этот вопрос интересует. Сейчас мы с тобой проверим. Так, ну, естественно, тут ходит Усаги, у него все-таки инициатива, наверное, одна из лучших, не считая Зека. Так, а теперь пора запускать шипы. Все, их постепенный урон всех уничтожил. Да, друзья мои, Армагон-то оказывается хоть и силен, но по инициативе-то он оказывается слабачок. Как же я вот этот вот нюанс-то пропустил, а, друзья мои? Так, ну что, у нас 85-я позиция тогда получается, да? Мы с тобой... 20 откатов, кстати, у нас на все про все. И у нас тут Павел. А там фан, истинный фанат черепашек-ниндзя, сразу видно. Так, я возьму вот это вот, с вашего позволения. И хочу отыграть тут... Тут Майки, ребята. Он имеет большую инициативу. Но мне почему-то кажется, что Усаги его накажет. А это мы сейчас проверим, накажет или нет. Я думаю, должен. Так, ну что, понеслась, родная. Так, сегодня надо еще уровень Ваньки Стиранка поднять, мне кажется. Так. Да, видишь, Майки упал, ребята, от постепенного урона, который повесил на него Усаги. И Армагон ушатывает остальных. Да, будем знать, что Майки и Хан для Армагона это смерть. Ну, не для Армагона смерть, а смерть для всех, кто с ним. Особенно, если они маленького уровня. Так, ну все равно мы с тобой сегодня будем в топчике. Это я тебе 100% говорю. Правда, откатов мало. Откатов мало, тут не поспоришь. Ну что, берем опять эту двоечку, да, незабвенных бойцов. Так, Майки, ты пока отвали. Раз, два, три. Блин, я вот сижу и думаю, с каждым разом все хочется прокачать вот этого Хана. Нет у него, конечно, массовых атак, у него есть только дебафы. Дебаф довольно неплохой, кстати, массовый. Так, ну-ка, Усаги. Ну, в принципе, тут крышка им всем. Давай, валунчик бросаем. И они рассыпаются, как бусинки по полу.
Лисичка, блин, мне нравится, как она хвостом своим крутит, да? Дижу, аж подлетает. Это как этот, Майки. Когда он свои нунчаки крутил, он как на вертолете подлетает к небесам. Так, ну что, мы с тобой переходим на 58-я позиция, ребята. 58-я. Серия, конечно, получится сегодня коротенькая, но сама суть, ребята, будет ясна, да? Мы должны попасть в топчик. И мы с тобой в топчик в этот попадем. Давай я возьму, наверное, на Рафаэля здесь и... Блин, и что? Тут опять Хан. Нет, придется брать Усаги. Тогда Рафаэля не берем. Раз, два, три. Вот сейчас, кстати, будет очень интересно посмотреть. У нас, смотри, с тобой получается сейчас Армагон в связке с Усаги. Я хочу посмотреть, как поведет себя Усаги и как поведет себя Армагон. Если Усаги не добьет, например, Хана, что это будет? И во что это выльется? Ну, посмотрим. Так, ну, слава богу, здесь мы его добьем. Да, он в любом случае ходил бы первым. Ну, после моего Усаги. Так что, если бы постепенного урона на нем бы не висело, ребята, мы бы сейчас бы потеряли кого-то из наших бойцов. А это, соответственно, удар по нашим кубкам и удар потому, что мы с тобой можем, как тебе сказать, возрасти по лиге. То есть мы замедлились бы. Ну, а пока у нас все с тобой хорошо, и мы получаем 50 какой? 51 ранг. Держим темп, не сбавляем, друзья мои. Не сбавляем ни в коем случае. Так, Якоб. Но я возьму, наверное, Евгения. Возьмем с тобой Женьку. Тут уже сам видишь, да? Все по фулочке. 79 уровень, ни больше, ни меньше. Так, и отыгрываем вот этих вот бойцов. Блин, ну мне тогда понравилось. Помнишь серия, когда какой-то маленький ничтожный Кирби выжил после удара Армагоном именно вот этого астероида или камня, валуна, называй как хочешь. Вот этот вот маленький плешивый Кирби вышел, да, ребята? Я был в шоке. Там уровень был, по-моему, на 20 уровней. Он был слабее, он устоял. Каким образом, не знаю. Опа. То есть и Карайка тоже получается, да? По инициативе сильнее, чем Армагон. Да что ж ты будешь делать? У нас вот самый медленный, и это у нас, насколько я помню, это Бакстер, Стукман и Железноголовый. У них вообще инициатива никакущая, ребята. Вообще никакущая. Так, мы с тобой попадаем на 39-й позиции уже. Так, 12 откатов. Я думаю, что мы справимся с тобой. Угу. Мы не имеем права с тобой сегодня не дойти. Так, возьму я вот эту, наверное, команду. Еще потрачу 2 откатика. Майки, подожди. Раз, два, три. Поехали. Тут у нас с тобой и Армагоша есть, тут и Леонардо, тут и Донателло, тут и нейтрализатор. Поехали. Так, Усаги делает вертухан свой козырный. Опа. Опа. Мне не нравится, ребята, кое-что здесь. Ты смотри. Он пробил Рокстеди. У Рокстеди практически было фул хп. Но там немножко не хватало, да? Чуть-чуть не хватало, и мы его вырубили. Ха. То есть где-то Армагон сильнее, где-то слабее. Ну, естественно, там по приоритетам, понятное дело. Ну, у нас с тобой 29-я позиция. То есть рассчитываем где-то еще на 3 боя. Плюс по 2 отката. Это 6. 6 откатов мы с тобой потратим. Ой-ой-ой-ой, погоди, погоди, не надо сюда. Там Майки был, зачем? Мне эта команда не нужна. Нафиг, нафиг. Лучше мы с тобой вот так вот потихонечку, не спеша, да? Вот так вот. Кто у нас тут? Раз, два, три. 61 уровень. Ну, 61 уровень чем хороший обед? Что 79-й левел его не пробьет сразу же, да? Если вдвоем кто-то сходит по одному персонажу, то да, скорее всего уронит. Ну, а если один на один, то нет. Так, что у нас тут делает Усаги? Великолепненько. Опять Донателло, ребята, выживает, как всегда, да? После удара тоже выживет? Нет. Тут ему удача почему-то не улыбнулась, и он распластался. Ну что же, это значит хороший знак для нас. Мы с тобой двигаемся дальше. Так, и местечко мы с тобой занимаем какое? 19-е? 18-е, окей. Так. Поехали. Здесь мы с тобой возьмем, наверное, Джерардо. Да, возьмем Джерардо.
И здесь я хочу, знаешь, что сделать? Возьму Усаки, возьму Рафа, Майки. Возьмем с тобой Зека и кого-нибудь, вот, и Карайку. Из массовиков здесь только Зека у нас получается, да? Хотя Карайка тоже, но она не прокачана, поэтому на нее рассчитывать здесь не стоит. Так, ну-ка посмотрим, если Майки сделать, например, свое уклонение, оно поможет нам вообще? Здесь, естественно, мы делаем вертушку. Ну, Майки в любом случае, ребята, в самый топовый. Вот я не знаю, правда, кто из них быстрее был бы. Сотого уровня Майки или сотого уровня Хан? Вот ты как думаешь, кто был бы сильнее, быстрее? Мне кажется, что Майки. Майки это вообще, мне кажется, один из топовых и быстрых по инициативе персонажей. Смотри, второй раз ходит. Ой-ой-ой, тихо. Найс. Так, кому-то сейчас будет плохо. Нет, выжили. Я просто переживаю за Зека. Хотя должен переживать за Карайку. Так, Ванюш. А, так вам все, крышка. У вас там постепенно урон еще висит на вас. Так что тут можно даже было не выпендриваться. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И какая там у нас позиция? Наверное, 9-я, 8-я будет. То есть еще один буквально бой. Ну, давай, показывай. Какое местечко? А, 6-й, ребята, это еще круче, потому что, ну, ты сам понимаешь. Это последний, опять ему понравилось, смотрю, этому Джерарду, он до сих пор не уходит. До сих пор стоит и смотрит на меня такими жалобными глазами, что я не могу, ребята, сказать ему нет и беру его, естественно, в противники. Так, ну что же. Тут у нас вертушка. Да. Лео, ребят, хороший, естественно, он сразу вырубил кого-то. Успел вырубить, да? Так, здесь мы сделаем нахлобучивание. Опа. Ну-ну-ну-ну, успокойся, родной. Так, сплинтер тут. И все почему-то на Рокзара лезут, да? Нате вам. Так, добьешь? Добил. Тин-тин-тин-тин. Ну, Джастин, конечно, это такое существо очень, как тебе сказать, страшное. И милая, да? Милая, потому что оно похоже на кошку. Такими глазками еще смотрит. Ну что, друзья мои, мы занимаем первое топовое место. И мы с тобой, надеюсь, завтра его оставим, сохраним. До конца недели, как ты видишь, 19 часов. То есть совсем немножко осталось подождать. Так, ну а нам с тобой только зайти в магазин остается, да? И приобрести вот так. Друзья мои, ну скоро Лео прокачается. Лео Космос. Слушай, а можно глянуть? Лео Космос, он сколько у нас будет получать звездочек? Где-то у нас Лео Космос. Так. Я его что-то не вижу. Что, он в самом низу, что ли? Так, он у нас получит, ребята, 4-ю серебряную звезду. А, соответственно, следом получит 4-ю золотую звезду. И Леонардо Видение тоже близится, ребята, к прокачке. Так, Донателло оригинальный, ничего себе, это ДНК сколько, давай обмениваем. Так, Донателло ролевой, ребята, сколько тут нужно еще? 35 ДНК, да? Напита нужно 29 ДНК. А вот на Бибопа кролика нужно 99 ДНК. Угу. Откуда у вас столько ДНК-то? Я не пойму. Ой, ну да, дублей. Непонятно, откуда-то нахапали, а? Так, все это на обмен. А вот Бибоп и Ростеди классические, да, вот эти вот. Тут кролик. Вот на них очень много нужно, ребята, ДНК заработать. Очень много. Вот, видишь, Ростеди классический. Тоже приличное количество. Кожеголовый тоже, в принципе, скоро может апнуться. Слэш может прокачаться у нас. Ну, конечно, Кренга очень долго, ребята, будем качать. Очень долго. Рокстеди, Рокстеди. Тоже близится к фулочке, да? К 5-м золотым звездам. Так. Ну, вот таким вот образом, ребята, мы с вами посмотрели. Так, 42 тысячи, да? Где у нас Ванька? Вот он. Ну что, Ванек, 70-й уровень, поздравляю тебя. Давай 71-й сделаем. 72-й, 72.
таким вот он уровнем будет. То есть, если мы его быстро прокачаем до 90-го. Хотя кто-то из подписчиков написал мне, что Ванька не особо хорош на прокачке. Не знаю, ребята, не знаю. Поспорить не могу, потому что не тестил его. Ну, мне как бы казался он раньше хорошим бойцом. Там уж не знаю, посмотрим, ребята. Ну что, вроде бы нам больше с тобой... Ага, подожди-ка. А, мы же еще и не сразились в боях. Так, Сплинтер, ты где? Вот он. Давай смотреть. Твою ж налево, сколько всего тут нужно, а? Ух, как много, ребята. 17 наушников, ты представляешь? Ладно, давай попробуем найти кошку хотя бы. Так, одна есть. Там сколько нужно? 5, да? 5 кошек. Так, это муха. Вторая кошка. Вторая кошка. У нас с тобой откаты кончаются, ребят. Откаты кончаются. Я не знаю, что нам с тобой делать. Либо покупать, либо копить на... Сколько там? На 200, да? 200 откатов будет. Ой, подожди. Все мы там сделали или нет? Что-то я не могу понять. Задание завершили? Да, завершили. Забираем это все. То есть еще 12 откатов у меня... 12 откатов остается, а вот телепортов у меня всего 6. А чтобы приобрести нам с тобой 250? А, так мы можем взять, елки-палки. Я думал, что 1200 нужно, а тут-то всего... конечно, ребят, ну о чем тут говорить? 256 телепортов, все. Так, я еще потом за кадром посмотрю рекламку. Будет у нас с тобой 22 отката. И неплохо мы с тобой, да? Пойдем в следующую неделю. 22 отката, 250 телепортов. Живем, шикуем. Ну что, друзья мои, а на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!